Замещающие семьи Белоярского встретились на спортивной площадке. Уже в четвертый раз в городе прошел фестиваль для детей, которые остались без родителей и их опекунов. Мероприятие традиционное и проходит в преддверии Международного дня семьи, который, кстати, отмечается сегодня. В этот раз организаторы устроили веселые старты. Участники померились силой и ловкостью, представили творческие номера. Все семьи получили сладкие призы и билеты в кино. Мы решили в этом году провести именно в формате спортивных игр мероприятие наше, потому что решили, во-первых, обновить, так скажем, приобщить нашу молодежь к спорту, а во-вторых, все-таки хотелось разнообразия и немного, так скажем, наших всех деток задействовать в более веселой, интенсивной форме. Наши ежегодные фестивали вообще нам нравятся. Нам нравится подготовка к ним, репетиции, подбор каких-то номеров. Мы вместе собираемся, вместе репетируем, обговариваем, какие-то ситуации создаем.